Ребята то и дело кидают взгляды на призовой столик. Здесь медали разного достоинства. Золото, серебро, бронза. Каждый школьник хочет не только достойно пройти все этапы, но и стать победителем. Сотрудники учреждения «Спортивный город» вновь и вновь собирают на дворовых площадках людей, ведущих активный образ жизни. Сегодня местом для проведения соревнований по многоборью ГТО стала площадка у школы в Луговом. По видам мы делим малышей. Малыши у нас будут отдельно, взрослые отдельно. Вот. Будут сражаться за первое, второе, третье места. Значки мы пока не даем, потому что это не наша прерогатива. Но вот именно медали, грамоты сегодня получат практически все. Первыми выступают самые младшие. До старта есть еще время перекинуться парой слов со сверстниками и размяться на снарядах. Показать себя им предстоит в четырех легкоатлетических видах спорта. Это подтягивание, бег на короткую дистанцию, качание пресса и прыжки в длину с места. Многие ребята занимаются в спортивных школах и привыкли к физическим нагрузкам. Я ходил в тот раз на грекоримскую борьбу, занимался там, ну, тоже как спортом, только там надо как бы соревноваться. Отжимания, пресс, бегать, прыгать. Меня потом на соревнованиях заметил тренер. Я начала увлекаться спортивной гимнастикой. Потом перешла на акробатику еще. Я тоже раньше ходила на гимнастику, мне там очень нравилось. Я садилась и на шпагаты, и делала сальто, и очень это увлекательно, и мне нравится. 30-метровку младшие преодолевают легко. Говорят, могли бы и 100 метров пробежать, но дистанция регламентирована, ведь участникам предстоят и другие задания, где сила духа тоже важна. Тем временем другая группа юных спортсменов качает пресс или подтягивается на турнике. Мне очень нравится спорт. Нравится подтягиваться, отжиматься, бегать. Мне понравился пресс. Более 100 ребят в Луговом прошли испытания многоборьем. Несмотря на соревновательный дух, все остались довольны еще одним спортивным праздником.